Читаем добротолюбие. Благодать Духа едина и неизменна, но действует в каждом, как хочет. Как дождь, излившись на землю, питает и поддерживает в растениях свойственное им качество, в сладких – сладость, в терпких – терпкость, так и благодать, наидствуя сердца верующих, сподобляет их воздействие своих сообразно с их добродетелями, сама в себе не изменяясь. Алчащему Христа ради бывает она пищею, жаждущему сладким питьем, зябнущему одеждою, труждающемуся успокоением, молящемуся извещением, что молитва услышана, плачущему утешением. Преподобный Марк Подвижник.